Долгосрочная целевая программа, разработанная в районе, ставит перед собой задачу полностью ликвидировать дефицит мест в детских садах. К намеченной цели администрация идет, используя различные пути. Так, открытие дошкольного отделения при Видновской школе номер 6 обеспечит возможность малышам из Расторгуевской части города получать дошкольное образование. Под детский сад на 40 человек школа отдала правое крыло первого этажа. Отдельный вход, две групповые комнаты, музыкальный зал. Школа очень рада, что к нам придут в конце года дошколята, потому что это будущее школы, это будущие первоклассники, а значит выпускники этой школы. Я думаю, что мы будем все делать, чтобы детский сад, дошкольное образование стало достойным именно в нашей Расторгуевской части, и школа, чтобы несла такой, подняла или несла этот флаг дошкольного образования. Открытие дошкольного отделения при 6-й школе ждут с нетерпением многие родители, ведь в Расторгуево, кроме коррекционного, детских садов нет. Учитель истории Александра Карамбалева частенько заглядывает посмотреть, как идут ремонтные работы, ведь сюда она скоро приведет своего сына. 100% удобно, несмотря на то, что ехать надо нам из города, мы живем непосредственно в Видновской части, не в Расторгуевской. Но в силу того, что я здесь работаю, привела ребенка и со спокойной душой ушла, в случае необходимости я могу сюда прийти, помочь адаптироваться ребенку и, безусловно, вовремя его забрать. Основные работы по реконструкции помещений завершены. Стены в светлых тонах вскоре украсят колором, завезут специальную мебель. Работы начались в начале сентября, то есть вот уже месяц прошел. Как вы видите, сделан большой объем работы. Осталось совсем немножко ждать детям, когда они сюда заселятся, будут отдыхать, учиться, развлекаться. Планируется также оборудовать крытые площадки для прогулок позади здания. Школа находится вдали от больших дорог, а значит, дети будут дышать чистым воздухом. А здесь будет располагаться раздевалка. Посередине поставят шкафчики, по краям скамейки. Именно здесь будет начинаться каждое утро воспитанников нового маленького детского сада. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Елена Кошелева, Видное ТВ.